Не хочу. Пожалуйста. Ну тебе. Ну, пожалуйста. Если дашь мне мороженое. Я дам картошку. Правда? Картошку сырую. Нет. Ладно, 3-4-5, здесь меня слышно. Так, надо поставить поближе наушники и звук, чтобы был. Так, ладно, всем привет, с вами SpongeBob. И мы будем играть в игру под названием Outlast. Это первая часть и так далее. Я собираюсь играть в эту игру, потому что скоро входит Денис ДЛС. Так, Денис скоро входит ДЛС. Я хочу поиграть. Я сразу... Так, тихо, сейчас скажу небольшой спойлер. Короче, в этой игре две концовки. Плохая и хорошая. Чтобы получить плохую концовку, надо просто играть и... Тогда, а чтобы получить хорошую концовку, надо очень мало камеру включать и не собирать документы. Поэтому мы так и будем что-то делать. Я немного проиграл, проверил звук. Все, продолжаем. Я не управляю, я просто мышкой двигаю. Выходи, давай, что у нас тут? Ага, свет он выкачал. График тут, конечно, хороший. Так, документы будет читать на паузе. Это единственный документ, который я возьму в этой игре. Камера тоже буду очень редко пользоваться, даже не буду пользоваться. Это будет очень... Если... Я, конечно, надо буду яркость увеличивать и все. Он сам ее использует, я ничего не делаю. Не знаю, зачем пришло это исследовать ночью? Так, надо чуть бежать. Ей это не нравится. Не-не-не-не-не-не-не! Черт. Так, правая кнопка мышки это вот это. Ага, Ф. Это ночное зрение. И мышка это проверка. Кто у нас там? Ага. Ладно, все. Теперь больше мы не будем эту штуку использовать. Так, также у нас есть ноги. Не знаю, когда вы. Ну, это не очень выглядит, когда я бегаю. Вроде. А хотя нет, нормально, казалось. Почему бы нормальный человек бы приехал сюда и светлый все это ночь, утром? Ладно, еще раз используй, посмотрите, что это. Никакого пароля нет. Ладно, все, больше не будем. Что это? Ладно, хорошо. Так, рисунки детей. Что я не могу поиграть в Call of Duty. Не знаю, например, давайте поиграем. Блин, да. Блин, мой герой не очень любит Call of Duty, поэтому придется ему... Так. Пфтуф-туф, ты-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 
Ага. Ну-ка, а бега. Так, это странно немного, ну ладно. Я бляйками мы не будем, конечно. Ну ладно. Поиграю немного, потому что я буду доходить сам в старших моментов и сразу заканчивать. Кстати, вот
там кто-то был вон в том окне, как я, если не ошибаюсь, там кто-то был, кажется, вот в этом окне и, кажется, посмотрел на нас. Ладно, идем. Я не знаю, кстати, поиграл, ну так, проверил звук, да. Отсюда не доходил. Как открыть дверь? А, заперта. Звуки немного пугают, ну ладно. О! Не знаю, какому человеку придет в голову исследовать такое место во время ночи? Нельзя было, не знаю, в день сюда прийти. И с кем-нибудь прийти. Нет даже съемочной группы. Как он это будет снимать? Ну, сейчас это тупой поступок. Я бы на его месте просто взял бы несколько людей. И хотя бы не было один, но его рука в воде. И пошел бы с ними исследовать это место, и причем бы днем. Ну кто это, ну как это возможно? Ладно, пойдем. А-а. Ну ладно, как всегда, блин. Даже если я получу плохую концовку, то если я получу плохую концовку, я расскажу, что будет в хорошей концовке. Я не буду использовать камеру практически вообще. Ну, может, это уже я уже получил плохую концовку, потому что я уже хотя бы немного использовал камеру, но это будет тогда бредом. Тогда я потом перепройду игру ради вас. И чтобы получить хорошую концовку, вообще не буду использовать. А? Чё? Ой! Ой, как это, блин, страшно. Блин. Секунду. Тут есть... тут есть графика... гамма. Побольше сделаем. Ага-га. Да. Лучше как бы не сильно стало, но ладно. Будем это терпеть. Кстати, тут можно вот так делать. И зачем это делать? Вот так подходит так рукой. Сейчас, я еще как сделать. Ладно. Можно, кстати, а туда руками можно? Нет, только туда можно, а тут. Блин, это прикольно выглядит, если честно. Блин, это мне нравится. А, чуваки, тут это есть. Я люблю трогать двери. Да так кто такое может придумать? Такие еще звуки противные. Что сейчас глаз появится и напугает тебя, звук уменьшу. Я знаю, что видео все равно будет большим. Ладно. Никого. Может, документы есть, которые брать, конечно, что-нибудь. Это что, батарея? Ну, она не нужна. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Так. Закроем это. Все, валим сюда. Валим! Мне ничего страшного, типа, пойдем.
по свету. Привет! Тут никого нет. Привет, тут никого нет. Привет, тут никого нет. Привет, тут никого нет. Что у нас тут? Тут мы никак не пройдем. Блять, я думаю, сейчас что-то будет. Так, ну я готов к скримеру, давайте. Напугайте меня чем-нибудь. Блин, я испугался больше не от скримера, а от звука. Мне звук не нравится. Очень-очень громко, очень громко. Фух, я не испугался, я испугался только звука. Графика. Как звук уменьшить? А, громкость. Блин. Блин, тут очень бредово, конечно, со звуком. Тут будет что-то, наверное, еще. Трупики. Но, честно, я ничего не вижу. Сейчас еще будет скример, я уверен. Могу просто поспорить, что сейчас будет какой-то еще скример, потому что я уже... Блин. Без камеры тут вообще никак не ориентироваться. Вот сейчас будет скример. Вот сейчас будет скример, наверное, нет? Окей. Ну я просто жду скримера. Я просто понимаю, что скример будет на каждый. Как это пугает. Так, готовься. Ничего? А, точно! Субтитры должны же быть. Нет, ну зачем? Ну, субтитры, вот. Они приобрели у нас в учусы. Варианты. Окей, почему бы и нет? Я, конечно, собирался все этот летсплей и Queen Slender, но, как видно, он не хочет, чтобы я что-нибудь снимал. Блин, я ничего не вижу. Хотя бы сейчас не будет никакого скримера. О, я видел. Я... Он сейчас появится сзади, 100%. Он сейчас... Я могу поспорить, что на 100% сейчас что-то появится. Вот я сейчас поползу сюда, и наверняка, и куда-нибудь пойду, и переползу. Он сейчас появится. Я закрою глаза. Привет! Я знал, что появишься. Нет! Не, он просто предсказуемо. Я чит, он туда вошел, блин. Поросеночек, блин. Хрюшка. Привет. Я Спанчбоб, который пришел сделать сюда летсплей по Слендеру. Машине. Почему бы и нет? О, документики. Как же их брать? Да люди его как мушки, я нифига не возьму. Я хочу хорошую концовку. А я чего не могу? Поиграем и все. Там. Ну ладно, идем сюда. Эй, чувак! Он меня заметил, я точно видел. Окей. Видно. Я уборщик.
О, я еще могу перепрыгивать. Фу. Можно я сейчас запрыгну? Точно был бумскример, нет? Я боюсь, что скример тут будет везде. О, я думаю, нам сюда. Карточка нужна, карта доступа. Ну что ж, походим. Где? Его нету. Я решил поспать, наверное. Чувак, чё он заперся? Я просто не понимаю. Зачем тут эти данные появятся? Тут нет у него. Блин. Зачем их вообще вложили? Я просто не понимаю. Смысл этого? Ладно, мы все не можем зайти. Ладно, все равно тоже не можем. Так что быть. Ну, ладно, пойдем сюда. Чего бы и нет. Может у них. Какой-нибудь из вас есть карточка? Это что, батарейка? Мне не нужна батарейка. У тебя может. Почему у вас ничего нету? Ладно, тут ничего нет. А, не, блин, это я пошел. О, там тут и есть. А можем вниз пойти? Ну, конечно. Я как бы вниз сейчас не хотел, просто хотел проверить, можно ли. А, все, тоже, наверное. Да. Ну, блин. Очевидно, что я не знаю, куда мы идти. Ходим сюда. Может, тут что-то есть, нет? Блин, ну я уверен, что у кого-то должна быть и карточка где-то. Ма, я последний это обыскиваю, и потом съемся, когда уже найду эту карту. Хотя, я стоп. Ты что, документ? Чувак. Черт, черт, черт. Так, мы снимаем. Так, это репортер. Так, репортер, это репортер. Я не знаю, кто. Пожалуйста, возьмите, дайте нам свои комментарии. Где мои таблетки? Ладно. Так. Так, я вижу тут настоящие копники, которые смотрят экран, и им ничего не дают. Ну, все осталось, губники. Так, что ж, забегаем. Что-то смотрят. Что же они смотрят? Эй. Эй, ребят. Что вы смотрите? Футбол? В принципе, нормально. Ваши комментарии. Давай, Мактавиш, забивай, гол, и Аршавин. Короче, хороший комментарий, да. Окей. Чувак. Ты как? Не, блин, тут далеко должно быть что-то быть должно. О, точно. Давайте. Это можно? О, чё, блин, мне показалось, экран потемнел. Фуф, я уж испугался. Что есть? Ау. Блин, не могу. Ну, пожалуйста, хотя бы у него должна быть карточка. О, друг.
Ладно, идем.